Крушение военного самолета в США. Погибли 9 человек. Военно-транспортный самолет 130 разбился в американском штате Джорджия 2 мая. На борту судна было 9 человек, все они погибли. На борту военно-транспортного самолета 130, потерпевшего крушение в американском штате Джорджия, были 9 человек. По предварительной информации, выживших нет, передает ВСЭВ ТВ. Ранее сообщалось о 5 погибших. Самолет упал на автомагистраль вскоре после взлета. На дороге в этот момент не было автомобилей. Разбившийся самолет был приписан к 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико. Он следовал на военно-воздушную базу Дэвис-Монтан в Аризоне. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://timicorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.